Всем привет, в эту игру я не играл больше года, пришло время в нее вернуться. Сейчас вы все поймете, увидите, узнаете. Ностальгия, нифига не помню, я в этой игре уже нуб. Ну ладно, ну смотри, сейчас это за игра, все поймете. Вот как бы. Это только второй уровень. Черт. Что, так можно было, что ли? Ай, не то сделал. В смысле? Раз хочу сказать то, что получается, какой уровень был? Вот шестой. Дальше получается седьмой, по идее. У меня пройдено как бы вот третий уровень, я не могу пройти. Вот да, вот вдалеке, так сказать. Так, сейчас получается шестой прошел, да? А, не, шестой это надо сейчас пройти. Все следующее, понял, да. Не кликнулось, ну так. В смысле? А я не понял, что за говно игра. О, все, наконец-то. Не понял. Круто. Класс. Да ладно, твоя игра, ладно. Классная игра, просто зашибись.
Я понимаю, как это работает. Как это работает? Что с этой игрой не так? Понятно. Но я не могу вас оставить без контента, поэтому поиграю в Beyond 3D что-то. Как видите, кластер трак долбанутый какой-то. Глэк. Вот и так выразится. Инбоксинг. Круто. Так, давайте еще по спидранию изи уровни. Ретрей. А, ну у меня тут дофига их пройдено. О, вот это что? Ну, ну-ка. О, да, я помню этот уровень. Прошел на телефоне. Да-да-да, я его помню. Вроде где-то есть легкая монетка. Вот тут, тут. А, это ключ. Вот тут легкая монетка, черт. Ну ладно. Сложных моментов тут, по-моему, нету. Да. Уровень теста понравился, красивый, классный. Так, что еще у нас есть? Вот это что? Не понял. Музыка отсутствует, грустно. Так, по уровню очень красиво, музыка тут по-любому тоже была классная. Но, о, нифига себе. Что-то прифигел вообще. Я в ку превратился, когда я успел в ку превратиться, ладно. Я думал, тут микроклик надо сделать. В любом случае, мушка вроде не сработала. Так, ну прикольный уровень, мне нравится. Вот эта волна нормальная такая сложности. Это, наверное, самое сложное это... Ой, какая волна, кораблик тут, наверное, самое сложное, вот этот кораблик. Остальное, думаю, легкое. Ну, вроде легкое все. Остальное как раз-таки. Да, и опять в куб превратился для меня незаметно. Ох, о, нифига, я там увидел вот сверху шестеренки, так сказать, и прифигел, только в смысле. И превратился резко в НЛОшку. Ну, тут резкие вот эти превращения в каких-то персов довольно эпичные.
Все, о, динозавр. Прикольно. Ну, уровень классный, жаль, что музыки нет, я уверена, она была тут потрясающая. Так, фетхер, окей. Допустим. Так, ну что-то вроде знакомое. Да по музыке знакомое. Вроде по музыке я знаю. Уровень. Если значит так разыграется, то я знаю. Ну да-да-да. Да-да-да-да, знаю. Угу. Тут, кстати, он такой. Я же не знаю, знаю, да-да-да. Где-то я слышал. Ну не в этом уровне. Уровень я сам не помню. А, там невидимая орпись, как в одном уровне, я еще знаю. Там как раз такая же музыка. Оу, потому что я это и ножка. Я в итоге волна. Нормально. Так, по музыке все знаю. Pink Orbs присутствует тут. Нормально, так, Spikes внизу. Вот опять эти Pink Orbs. Сколько можно? Так, все, конец, да? Оу! Нет, я уже что-то немножко отвел взгляд, но по идее конец. Отлично. Ну, естественно, уровень нравится, что мне нормально уровень такой. Ага, так дальше. Брик Эслипси. Эслипси. Пофигу, англичане мне, кстати. Ну, будет. Ну, кстати, довольно, хотел сказать, сложный уровень, но скорее непонятно. Типа, что-то за анархия происходит. Так. А, я понял, что я сейчас аналожка, я вот одни аналожка, окей. Не знаю, уровень какой-то похож на из мэкпаков, что ли. Не знаю, я в мэкпаках не видел, просто он какой-то такой похожий, что ли. То есть для мэкпаков он бы подошел. Хотя он изи. Так, 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 мутузит, ага, ага. Поздно кликнул. Довольно такой хороший уровень. Опять мутузит, а так мы все знаем уже. Так, что дальше? О, под конец понял, кто я вообще. Так, волна изи. Тут вначале главнее зафейли. Ага, понял, кто я. Так, окей. Если потолка можно было касаться, то это была изи монетка. Так, я думаю, мемори пошло, но нет. Лестница прикольная. Монетки тут вроде классные, в смысле дуалы. Легкие, надеюсь. Понял. Ага, мне самому тут надо кликать что-то. Что мне делать надо, все? Секрет твой? Так, вот будет все. Ок. Довольно необычный уровень, кстати, что-то, блин, странный. Ну ладно. Дальше, вот это у нас что? Давай смотрим, чекаем. О, знаю, где ты его миллион лет назад пытался пройти. На телефоне и еще на том. Монетку. Ой, он мне очень сильно, помню, не нравится, я помню. Очень сильно он мне не понравился. Да-да-да-да-да. Очень сильно помню, мне в свое время не понравился. Не скажу, что мне сейчас тоже нравится. Ну, до этого момента я, помню, не доходил, например. Так, надеюсь, он как-то получше станет. Так, кораблик. О, кораблик нравится. Ну, куб вот прям вообще мне не нравится. Не, конечно, красивый, прикольно, но мне.
Вспоминается. О, а что у нас такая хардкорная? Ну, у нас вообще прошел. Просто я уже думаю, что-то. Это же изи уровень. Так, что тут, ага. Так. Так, ну, все, кроме кубика, мне нравится. Походу, сам по себе уровень будет классный, а вот кубик говно. В начале которого. Этот я пока не знаю. Нормально. Сам по себе уровень красивый, классненький. О, ничего в меня мутузит. Как тихо. Я хотел уже отвлечься, но нет. На фиг случай. Так, I can't stop. Ink of Knife Wave. Круто, спасибо. Ну, лайк, окей. Начальный кубик мне не понравился. Все остальное классно, все. Но это же не половина уровня. Да и плюс ему как бы красивый, не просто он так. Вот это я тоже вроде проходил, я помню. Вот это начало. Мне этот уровень тоже, по-моему, не нравился. Потому что, ну что это за фигня? Вопрос. Да-да-да, по-моему, мне этот уровень тоже не понравился. Да-да-да, фигня, не нравится. Буду проходить. Не, прикольно, но какой-то странный очень. Непонятно, типа... О, шорт? Серьезно? Окей. Я ожидал тут увидеть шорт. Воу, прикольно. Подожди, он получается хардкорным будет. Секретой. Не повезло. Не ожидал тут шорт увидеть. Короткий уровень. Вообще не ожидал. Прикольно. Вот, себе по себе нравится подборка этих всяких блэков. Серьезно. Так, все, смотри, проходим. В смысле? Такое я не подписывался. Там это из клопстопа было, я прифигел. Если там был бы еще орк-предатель, то я бы точно прифигел. Ну классно, чё. Особенно то, что его рейтнули вообще в офиге. Так, стилем 1 с 2, в смысле? Какой 2? Нафиг мне 2. Я там думаю, ничего себе хардкор, но нет, там нормально. Так, ну мутузит, штырит, ну все как обычно, в общем-то. Потому что это маленькие шипики. Так, ну прикольно пока. О, что-то как-то хардкорно выглядит, но вроде нормально. Подожди. Ладно. Ладно. Что-то очень как-то хардкорно для изи уровня. Ну, ладненько. Оу, что-то немножко профигел. Снимание могла быть яичная, но я не собрал. Так, хорошо. Понял. Понял, принял, обработал. Не знаю, соберу я монетку или нет, надеюсь, да. Отлично. Все, давай, обязан сейчас пройти. Я нажал. Немножко так не посчитала. Это грустно. Так, ну, как минимум я знаю две язычные монетки. И вот одна там в начале, я не знаю, как собрать. Потому что если немножко помозговать, может быть, получится. А, ну да, и там вроде прыгать не надо. Ну, не знаю. Ну, что сейчас вейв будет. Ну да, в принципе, изи уровень достойный. А, что? Ладно.
Все, сейчас соберу две монетки и пройду. Я прям обязан. Обязанности мои. Все, прохождение. Обязан сейчас быть. Я под конец увидел синьорф. Да. Непредсказуемые моменты. Окей. Надеюсь, таких больше моментов не будет. И тогда я точно уже пройду. Наконец-то тут задержал. Я так долго прохожу изи уровень. Ладненько. Тайминги даже есть. Прикольно. Не ожидал, что тут будут тайминги просто. Уж сори. Я думаю, то, что изи уровни в основном без таймингов. Ну что, только если там где монетки. А тут тайминги что-то себе фигня, прикольно. Неожиданно просто. Там скрин рос какой-то. Тихо. Собрались. Отлично, наконец-то. Долго на эти уровни не застрял. Сколько попыток ушло? А, 7? Окей. Че, реально 7? Серьезно, я думаю, что-то как дофига. Ну, ладно, нормально тогда. Тогда нормально. Уж для меня. Так, еще. Так, ну мы скоро знакомы. Да-да-да, знакомая, знаю, откуда ты. По-моему, даже не из Geometry Dash. Да-да-да, моя любимая музыка. Одна из моих любимых. Так, ну сейчас, я думаю, с первой попытки пройду вроде лично. Монетка язычная была, ну ладно. Оу, ладно. Монетка, я не знаю, неизвичная. За половину уровня, неизвичная. Оу! Что, дуалом я не был готов. Но они неизвичные, и это очень хорошо. Давай, с первого раза, а? Какой-нибудь там тайминг неожиданный. А, монетка язычная была, или там не монетка, да не, ну,
Ну, рис чисто понравился, классно. Лестненький. Так, дальше что у нас? Ага. Так. Вот это что? Final Battle. Ага, знаю, этот уровень миллион лет назад его проходил. Еще он там телефоне мышкой обоссана. Да-да-да, он довольно и раньше, помню, он очень хардкорный был, хоть он был и шортом, то есть коротким. Так, тут я помню, какой-то лайфхак был. А, ну ладно, я его просрал. Вот тут я помню, я страдал, там что-то вверх надо полететь, вот тут, вот. То вниз. Да-да-да, я что-то помню. Прикиньте. Вот тут отношения, я помню, какой-то яичный момент, то есть можно вроде тупо наверху потусить. Вот, и тут вроде вообще изи, да? Нет, тут меня это убивает. Так он какой-то лайфхак я делал. Серьезно, это что ты думаешь? Такой лайфхак, типа, делал, ну-ка. Ну, как-то так. Ладно, это нифига не лайфхак, я сам себя заколол просто. Помню, эту вот этот кораблик очень хардкорным считал, просто до безумия. Я еще на нем сливался. Сейчас быстренько пройду. Я не помню, я помню, в практике прошел, вроде так я в итоге все-таки не смог пройти. Обманули. Да в смысле, ну я более-менее внизу был. Нечестно, читерство. Круто. Так, все, собрались. Сейчас будет прохождение по-любому. Хотя вроде чем-то, чем там, там что-то еще в конце вроде какая-то месиво. Я не помню. Чё? Мистика в Geometry Dash. Давай, пора проходить. Надоел уже. Честно, читерство. Фу, читеры. Все, я бы готов проходить этот уровень. Хватит уже на нем так долго зависать. Чилить. Классно. Ага, ага, Dream of Night. Что это у нас такое? А ну-ка. Многообещающе. Так, ну, халява. А чё это, этот... Афна? О, ненавижу такие, кстати, уровни. Мне если непонятно. Ну, красиво, конечно, не люблю. Чего может сказать, чего нельзя? Наверное, черных всяких шнят. Ну, не люблю такие уровни. О, вот это вот прикольно. А, понял. А мне от черных уклоняться? Просто изначально уклонялся от белых вот этих вот шняги. Типа это как у волны, от этого уклонялся я. Что делать-то? Ага. Вот еле-еле видно. Все вот так вот. Красиво, конечно. Классно. Постарались. И все же.
Окей. Ну, я поставлю лайк, нормально, красиво, классно. Вот мне подобный левел, конечно, не особо нравится. Не знаю почему, как-то... Так, это что у нас? Смотрим, обозреваем. Это джамп. Спасибочки. Yeah. Welcome to Geometry Dash, спасибо. Так, да, я знаю. Are you ready? Я не готова, что? Да в смысле, Назуко, я не готов. Ладно. Летаю. Ух, ё, не пугай меня. Ну, сейчас дикий этот. Дикая миссия начнёт. Так, а чё мне куда? А, понял. Ты чё всё? О, монетка. Так она халява. А! Что? Ладно. Так, ага, понял. Не понял, как я сейчас не умер, но ладно, я чё-то прифигел. Уровень, в принципе, нравится, нормально, классно, чё нет. Так, ага, понял, челлендж, что дарали. Так, а чё у меня появится? Ага, я понял, Little Jump. Ага. Так, чё, какой-нибудь шипки еле-еле видно, правда, будет, я боюсь. Монетка! Так, дуалы. Монетка. Короче, обучающий лейл. Я понял. Good luck. Еще забыл это показать. Blue buff. О, нифига халява. Ну, уровень классный. Ладно, я еще вернусь. Квест заберу. Угу. Так, где тут? Вот он, еще один левел. В смысле нет музыки, офигевший? Ладно, что это? Там дикий спам, я понял. Да-да, хоба, эпично. Так, ну музыка тут по-любому была бы крутая. Жаль, что ее нету. Не понял, в смысле красная? Ладно, так, чё, а у меня горит? Коля, ну да. А, понятно. Не понял. Тэп. Куда монетка делась? А, понял. Everyone's watching, кто ест. Что-то там, ага. Win for dead. Win or dead. Win or dead. Ну, я понял, в принципе, да. Ох, как эпично. Халява, кстати, спасибо. Сейчас это конец уровня? Нет? Да? Да? Нет? Давайте, конец уровня. Давай. Нет, в смысле не конец. Ага, мутузит. Все, конец, спасибо. Спасибо. Вообще бездушный уровень. Выглядит без музыки, а так он очень классный был бы. Ну, что поделать. Но музыка была, ну как бы и всплыла. Поэтому ладно. Так. Это что? Ну, музыка, надеюсь, туда. О, музыку знаю, это мне нравится, кстати, естественно. Так. Угу. Сейчас как раз забирается. О, е-е-е. Бой. Ну и зевай, естественно. Ну тут и так. Ага, понял. Тихо. Хотела держаться тут посередине, но как бы меня могло убить. А, из монетка. Хотя там какая-то непонятность. Не знаю. Ой, ненавижу, кстати, такие волны. Интересно. Опять непонятно монетка. По идее, там я, наверное, прозрачно полечу, но все же. Потому что там где-то ключ надо собрать. Опять он? Баян, я где-то это уже видел. Сиоми, блин. Ладно. Invisible on track. А давай учиться по приколу. Invisible on track. Тан 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 т
И так далее. И тому подобное. А где тут должна быть эти монетка? Ее тут нету. Грустно. Вообще, чуть-чуть я бы влетела вместо типа, чего-то нет монетки. Почему монетку не добавили? Хочу теперь дизлайк поставить. Ладно. Хотя тут одну монетку тут могли добавить. Жаль, жаль. Грустненько. Плачем. Я чуть не слился, кстати. Я типа вот там он зажал, но потом под конец отпустил. Я думал, мне мышка предаст, но она не предала. Все, офигел, кстати. В итоге я прошел. Ну хотя бы где-то мышка меня не подвела. Thank you very much. Так сказать, англичанин, кстати. О, Geometry Dance. Я делал обзор на этот хардем, кстати. Это есть у меня на моем канале. Первая сложность — это то, что нет музыки, вот. Это прям нормально так хардкорности добавляет в этот уровень. Ну, его я, в принципе, полностью очень хорошо подробно знаю. Сейчас, надеюсь, я с первой попытки допройду. Ух, нифига меня внизу мутузило. Да, это вот хардкорный момент, там, типа, тайминг надо плавить, чтобы я сейчас там не сдох, типа. Да, монетка изи. Я проходил это, естественно, на телефоне, делал обзор. А это сейчас на компе. Так, ага, дуалы хардкорнейшие. Куча таймингов, которые надо залучить, что, в принципе, я и сделал. Так, очень хардкорная тарелка. Тут поможет только скилл. Ну, конечно, пару таймингов в день да и есть. Но вроде нету. Там была еще монетка. На морожку не надо прыгать. Это обманка. Морожка отравленная, наверное, не знаю. Не проверял. Но есть шанс. Не стоит никому здесь доверять. Вот тут нормально сейчас такой тайминг был, я еле-еле его еще поймал. И врач сейчас будет уже прохождение уровня, ну да. Ну так вот, хардкорный хард-демон был пройден за одну попытку. Квест, сейчас еще хочу кое-что проверить. А, так нормально, нормально. Сейчас телефон еще на зарядку, хотя... 6 у меня процентов, ладно, досажу. Хотя... Не, я буду тогда, наверное, заканчивать. Сейчас. Стойте. Сейчас я покажу, сколько я, получается, за это видео прошел из демонов. Из уровней. Простите. Так, смотрите, получается... что для статистики... Раз, два, три, четыре, пять, шесть... А... Нет, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, окей. То есть вот этот один мне, ну, как бы нафиг, короче, все. 15, окей. Все, всем спасибо за просмотр. Просто телефон за 95%, поэтому, в принципе, я заканчиваю. Ну, плюс 15. Хотя, если бы изи демонов, просто изи уровней. Вот, нормально. Изначально, опять же, ну, вы видели, что изначально хотел снять. Но, как видите, не получилось. Ладно, все. Всем пока.